И атака по левому флангу. Хачиров продирается слева в центр, смещается, точнее, Хачиров, можно бить, удар по воротам. Итак, штрафной удар футболиста Махачкалы. Выполняет штрафной, подача в штрафную площадь, нальчане первые на мяче, здорово. Высокие футболисты играют в защите у Спартак Нальчика, атака с правого фланга, Абдурагимов, подача, опасный момент, удары! Прямо с ленточки вытаскивает мяч сейчас защитник, и кто же это был? Это был номер 6, Заур Шумахов. Итак, Залимхан Юсупов, передача низом. И что сейчас придумает Юсупов? Это удар по воротам, и Антипов. Подача на ближнюю штангу. Хитрую сделал передачу такую. Махачкалинцы с мячом, Абакар Гаджиев. Как же здорово он сейчас продрался мимо двух футболистов, но его сумели остановить. Атака Махачкалы продолжается. Камиля Галара махнул Минджара Сукитина. Удар, гол! Зацепиться за первое место, даже за тройку вряд ли сумеют зацепиться, потому что оторвались лидеры. Особенно оторвался Кубань и Кубань Холдинг, и также футбольный клуб Кубань. Две краснодарские команды идут на высоте. И хорошая атака махачкалинцев, Камиля Галаров, удар, гол! Здорово, сейчас Ярахмед Махмудов. Что вытворяет 25-й номер? Удары! Покажет себя во всей красе. Итак, атака с левого фланга. Может и получится забить гол в раздевалку. Это, конечно же, будет большое эмоциональное достижение. Удар в ближний угол. Ну вот сейчас немножко тревожно стало у ворот Махачкалы. Махмудов, хорошая скидка. И очень быстрый Абдурагимов. Абдурагимов уже в штрафной. Забегает в штрафную, передача. Белоусов. Халимбеков. Халимбеков готовит удар. Делает ложный замах. Еще один Халимбеков. Передача Камиль Ибрагимов. Антимир Бацев появился на поле под 9-м номером у Спартака. Поштав. Передача. Можно бить. Доха в удар. И какой гол! Забивает сейчас 10-й номер Ислам Дохов. Сейчас против как раз Дохов борется. И мяч сохраняет в поле. Вот это да! Борис Саидов. Передача. Абдурагимов под удар. Удар! Абшасов. Атака Махачкалы продолжается. Походу последует еще одна передача. Подача. Еще одна опасная. Удар! И... Адыкоев. Ой, сейчас ошибается. 6-й номер. И опасно. Абакар Гаджиев убирает мяч от себя. Можно бить. Удар! Хороший пас. Вот только-только появился на поле Магомед Ибрагимов. Делает передачу на Абдурагимова. Абдурагимов уже в штрафной. И сильная подача Антипов. Что сумеют все-таки эту ситуацию исправить. Моментами возникают у них неплохие атаки. Вот сейчас может получиться опасно. Абдурагимов выбегает на оперативный простор. Абдурагимов, удар! И в ближнем углу Антон Антипов забирает мяч, а точнее его парирует. Марис Саидов, сильный прострел, можно бить. Удар! Гол! Каргаджиев. И смотрите-ка, ошибается 11-й номер. Хутов. Падение сейчас. Отлично сыграл защитник Махачкалы. Это Камиль Ибрагимов. Безупречно играет. 78-я минута матча. Все меньше и меньше времени у футбольного клуба «Спартак Нальчик», чтобы вырвать, ну, хотя бы ничью сегодняшнего матча. И вот сейчас может быть опасно. Абшасов в штрафной площади. Нужно делать передачу. Да, последовал пас. Удар! Хамхоев изменит ход матча. Подача, удар! И какой момент! Ну вот сейчас было очень опасно.
Опасно может быть. И вот он удар! И какой гол! Забивает Спартак Нальчик! Организовать еще одну атаку. Ну вот и все, дорогие друзья. Футбольный клуб Махачкала побеждает в домашнем матче футбольный клуб Спартак Нальчик.